Ребят, Яндекс опять напоминает, что нужно просить пассажиров пристегиваться, что большая часть из них, порядка 80%, просто забывают пристегиваться на заднем сидении, либо не знают о том, что это необходимо делать. А как вот быть с такими пассажирами, которые вот так пристегиваются? Это вот салон покинула очередная пассажирка. Не там точку отметила. Здравствуйте. Свободно, да? Да, все верно. Свобода. Я думаю, специально для таких пассажиров нам сделали вот здесь вот такую штуку. Отказался пристегнуться. Ну вот как-то так.